Всем привет! Мы начинаем новый влог. Сегодня у нас 15 мая, суббота. И сейчас у нас будет попытка номер 2 забрать посылку любимого Василька на почте. Так что оставайтесь с нами. Я покажу вам, как проведу свой день. Сегодня у меня вот такой лук. Лёша на работе. Так что мы пойдем с вами на почту пешочком. Ну, тут недалеко, так что пойдемте на почту. Вот наша почта, и я вижу, что она открыта. Так что сейчас пойдем туда. Я уже дома, точнее, около дома. Посылочку забрала маленькую с любимого Василька. Вы знаете, у нас сегодня на улице так жарко. Я даже пожалела, что одела кожанку. Ведь я уже по дороге разделась. Потому что реально очень жарко. Вообще очень. У меня волосы к шее прилипли. Наконец-то. Наконец-то тепло. А раз на улице жарко, то мы сегодня поедем на шашлыки. Так что оставайтесь с нами. И будем с вами жарить шашлычки. Вот такие два костюмчика мне пришли с Василька. Сейчас мы с вами распакуем их. Простите за шуршание. Вот такая футболочка. К ней вот такие брюки. Маленький у меня был заказ. Всего два костюмчика таких летних. И вот такая футболочка. Все я заказывала 50 размера. И вот такие бриджики. Сейчас мы с вами все померяем, и я вам все покажу. Вот такой костюмчик с бриджами я его заказала за 728 рублей. Видите, у него футболочка спереди покороче, сзади подлиннее. Вот так вот. И ткань хлопок стопроцентный. Очень приятный такой к телу. И мне очень нравится. Все прикрывает. Вообще классный для дома такой костюм. Вообще классный. Тут надпись, видите, на ноге. Такой принт хороший. Сейчас будем другой мерить. А этот костюм я заказала за 798 рублей. С брюками. Длина хорошая, до щиколки. Вам видно? Брюки с карманами. Карманы такие достаточно глубокие. И тоже футболочка. Видите, какой длины. Все прикрывает. Ничего не выпирает. Не торчит. Хороший костюмчик. И хлопок очень приятный. И не тонкий. Но и не толстый. Такой приятный хлопок на ощупь. Так что могу рекомендовать вам, любимый Василек. Хороший такой заказ, я осталась довольна. Любимый Василек выручает. Всем привет! Сегодня 15 мая, а этот день считается Международным днем семьи. И наша семья хочет поздравить вас всех с этим праздником и пожелать вам гармонии, любви, счастья и добра. Всем удачи, всего самого хорошего, любите друг друга и цените. Ну а мы отправляемся на шашлыки.
Собрались мы тут, значит, мясо жарить. Уже положили на решетку и пошел дождик. Видите, идет дождик мелкий. Мы, ребята, под дерево спрятались. Но я думаю, что их это не спасет. Как красиво, да, на даче вообще. И Миша парень серьезный. Вот как нам его женить, а? Холостой, с двумя квартирами, с дачей, с машиной, с работой. А женить никак не можем. Девочки, обратите внимание. Леша от мяса не отходит, не доверяет. Промокнешь под дождем, но от мяса не отойдешь. Сейчас мы будем это кушать. Все, кто тоже будет кушать, всем приятного аппетита. И нам приятного аппетита. Хотим закончить на сегодня наш влог вот под такой красивой черемухой. Сказать вам всем спасибо за то, что нас смотрите, за то, что ставите лайки, за то, что пишете мне комментарии. Большое вам спасибо. Если вы еще не подписаны на мой канал, подписывайтесь. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Всем спасибо. Пока-пока. Пока-пока.